Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Ну, спасибо. Ну что, здорово, бандиты. И мы продолжаем проходить Metro Last Light. И мы сейчас на каких-то болотах. Я не знаю, что это за болото вообще. Но вид тут просто шикарный. Зацените просто. Это что-то с чем-то. Так, сказали нам не соваться в болото, да? Окей, мы не будем соваться в болото. Так, что тут у нас? Пехотная мина. Так, оперативный газ. Можно с него снять или нет? Так, я так понимаю, если рядышком с этим чуваком была мина, значит, разложены тут какие-то мины, на которые мы можем попасть-то. Ну чё? Куда нам нужно? Давайте откроем наш журнал и посмотрим. Так, компас нам показывает туда. Так, давайте все перезарядим. А то мало ли там. Так. Кстати, давайте еще зайдем сюда вот, к этому автобусу. Это Икарус, походу, или что это, я не знаю. Ой, но фонит тут. Так, так лучше. Так, болото. Так, кстати, они еще могут плеваться. Да, вообще чудесно, просто чудесно. Так, ну я думаю, там по-любому что-то есть. Твою ж мать. А где мы? Понятно, ладно, лучше тогда, наверное, тогда и не соваться в это болото. Хитрён вот он, это чё нахер за херня? Нам об этой штуке не предупреждали, что такое есть, и как с ней бороться вообще. Так, понятно. Не соваться, значит не соваться. Лучше тогда обходить все нормально. Так, а то что такое там было? Что это за хрень? Тут тоже, наверное, такая же самая штука. О, бигборд. Твоя яхта. Да, неплохо, твоя яхта. Сейчас бы как раз на яхте. Блин, как же меня дергает от этой всей фигни. Так, давайте. Давайте тогда посмотрим. Так, нам нужно туда, может, на это бревно нужно запрыгать. Хотя нет, на бревно нам вроде не надо запрягать.
Так, надо убежать отсюда. А, все понятно. Нужно идти по флажкам. Так, ну вот, мы на бензоколонке. Окей. Он нам сказал, либо на бензоколонке что-то там нужно, либо... О, а это что нахер? Так, достанем мы, наверное, лучше калашникова. Да ядрен батон. Так, где же, блин, да, раздобыть этот самый противогаз? Твою мать. Неужели мне сейчас придется это таскать? Окей, он сказал как? Либо на бензоколонке, либо... либо где-то в схроне. Что-то мне вообще не нравится на открытой местности здесь. О, вообще ништяк. А, вот трупик. Случайно, кстати, заметили. Ну что, отлично, у нас есть свежий противогаз, новый. Давайте тогда посмотрим, что здесь да как. Твою мать, это что за нахер? Это походу так и нужно? Эта штука. Так, понятно. Так, давайте тогда откроем карту и посмотрим. Нам туда нужно. Это было то. А, или в самолете. Точно. А как же к нему добраться? Непонятно, как ему добраться, собственно, к этому самолету. А, вот бревно, ребята, вот бревно.
А зачем эти мины вообще нужны? Какие-то ящики, как будто с боеприпасами. Так, листочки-то. Окей, мы как-то взяли. Так, она убежала. Окей, тогда нам нужно, походу, по-быстрому вернуться обратно, я так думаю. А, вот. Ничего там нету. Так, значит, нам нужно поставить эту мину. Которая нам, я думаю, поможет. Какая-то польза от этих вот тварей летающих, точнее. Так, ну чё, вот мы и на месте. Главное, чтобы нас здесь не сожрали и не свалили в лужу этому.